Ну, конгресс интересный, потому что он занимается темами, в которых на других конгрессах обычно так занимаются ими мало. Тредлифтинг – это методология, которая стала популярна в последние годы. Она существовала, но как-то существовала тихо. В последние годы тредлифтинг стал очень популярной методологией. И конгресс – это важно, потому что мы именно здесь можем между собой подискуссировать саму методологию, как это должно сделать, сколько нитей, кто кандидат у нас идеальный, что мы можем обещать нашим пациентам. Считаю, что конгресс он такого правильного масштаба, правильного размера, потому что достаточно много разных мнений, но он достаточно маленький, чтобы можно так индивидуально и очень так корректно подискуссировать, узнать, понять, что мы делаем на сегодняшний день правильно, что мы должны еще понять, как правильно делать и найти более адекватную методологию. И мой доклад был о волюмизации лица. Наше понятие процесса старения прошло очень большое изменение в последние 15 лет. 15 лет назад мы говорили только о гравитационном птозе как самым главным фактором старения лица. 15 лет назад специалисты начали понимать, что птоз – это важная часть, но это не единственная часть старения. И изменение объемов лица, именно когда мы говорим о средней части лица, оно очень важный фактор выражения старения. И мы никогда не можем сделать никакое rejuvenation, такое фиктивное, если мы не будем относиться именно к потере объема средней части лица. И здесь, если мы подумаем, если мы сравним хирургов и косметологов, у косметолога здесь очень важная играет здесь очень важную роль и понятие самих процессов, и понятие правильных методологий лечения. Я работаю нитями МИН после того, как я попробовала всякие разные нити, которые существуют или существовали. Для меня нити МИН дают правильный баланс между самой процедурой, в чем она связано для пациента, значит, сам процесс, процесс реабилитации и результат, который получается. Для меня самое важное всегда, чтобы этот баланс был правильный, потому что если процедура дорогая, агрессивная, длинная реабилитация, так пациенты ожидают, что результаты будут у них как после операции. А если процедура сама не очень дорогая, легкая, почти что без реабилитации, так пациентам понятно, какой будет результат у них. Поэтому именно вот нитями МИН я нашла этот правильный. Я хочу сказать большое спасибо Клавер Мед за организацию такого очень интересного конгресса, за то, что пригласили меня как спикера.